И к другим новостям. Этим вечером Михаил Саакашвили выступит с докладом по ситуации в Грузии и обращением к нации. В качестве площадки для такого важного мероприятия выбрано довольно неожиданное место – библиотека. Дело в том, что президент сегодня должен был обратиться с ежегодным посланием к парламенту, но депутаты наотрез отказались приходить в зал заседаний. А премьер-министр Бедина Иванишвили и вовсе заявил, что не намерен выслушивать, как он выразился, глупости президента. Речь из библиотеки будут транслировать несколько телеканалов, хотя большого интереса к этому выступлению нет. Саакашвили стремительно теряет авторитет в своей стране. Формально он еще считается президентом. Срок его полномочий истек 20 января, но их продлили до октября, до новых выборов. И уже сейчас понятно, что прежней Грузии не будет. Парламентское большинство, его составляет партия «Грузинская мечта», требует ограничить президентскую власть. И, по сути, Грузия уже стала парламентской республикой.